Автоматический осушительный насос поможет содержать трюм вашей лодки в чистоте и порядке. Перед вами линейка автоматических осушительных помп под названием Laguna от итальянского бренда Ocean Technologies. В линейке три модели на 500 галлонов в час, 750 и самая мощная на 1100. Упаковка картонная, простенькая, внутри насос и инструкция пользователя. Схема подключения там есть, и основной момент, который хотелось бы озвучить, это опасность повреждения от разморозки при отрицательных температурах. Позаботьтесь о том, чтобы зимой насос был в сухом месте. В отличие от обычных осушительных насосов, у этой помпы три провода подключения вместо двух. Черный – это минус, коричневый отвечает за ручной режим, а белый – за автоматический. Поэтому по-хорошему нужен трехпозиционный тумблер. Выключено, включено в автомате и ручной запуск насоса. Для защиты от плавающего мусора приемник насоса защищен фильтром-кожухом. Он обычно и крепится саморезами к месту установки. За включение и выключение помпы в автоматическом режиме отвечает поплавковый переключатель. Насос импеллерного типа, который отличается большой производительностью, но невысоким подъемом воды. Поэтому не стоит размещать выход дренажа выше метра от уровня установки, иначе заметно упадет производительность. Самая мощная помпа из этой серии оснащается импеллером посолиднее. Также у нее выход под шланг 29 мм против 19 у двух других. Здесь все по-честному, она и весит заметно больше. Хорошей практикой считается наличие небольшой помпы автомата и мощного осушительного насоса для аварийных ситуаций. Все это вы можете выгодно приобрести в магазине «Водник».